Ошибка ценой в миллиард. Правительство Бангладеш признало, что хакеры, взломав систему Центробанка, попытались похитить 951 миллион долларов США. Оказалось, что в начале февраля Федеральный резервный банк Нью-Йорка получил от ЦБ Бангладеш сразу 35 заявлений на перевод. Часть из них на 100 миллионов долларов уже была выполнена. Деньги ушли на Филиппины, когда в ФРБ заметили орфографическую ошибку в названии фонда получателя одного из переводов. Отправили запрос в Бангладеш и выяснилось, что тут действуют хакеры. Правда, руководство Центробанка целый месяц успешно скрывало информацию, как заявляет Министерство финансов Бангладеш, даже от правительства. Кроме того, Минфин обвинил в халатности сотрудников ФРС США и заявил, что рассматривает вариант подачи судебного иска против них для возврата денег.